Сила привычки оказалась сильнее инстинкта самосохранения у пешеходов на площади Лядова. Еще ко Дню народного единства там открыли новые подземные переходы и пешеходные светофоры демонтировали. Но вот уже три дня люди, нарушая правила дорожного движения, продолжают перебегать улицу, теперь уже не отведенном для этого месте. Некоторые даже рискуют не только собственной жизнью, но и жизнью детей. А почему вы игнорируете переход? Вы же с ребенком. Это ужасно. Через 5 минут уходит мой автобус. А почему вы игнорируете новые переходы? Где? А, вот они прямо. А мы не увидели. Что вы? Мы не увидели. Скажите, пожалуйста, почему нарушаете? Чего нарушаю? Пешеходный переход открыт. А я не видел его. А тут нельзя, что ли? Я не знал. А, кстати, вот раз свет пока. Ну, 5 метров находится подземный переход, красивый, который открыт. А то, что люди перебегают, это говорит о их невоспитанности. Не знаю, люди переходят, и я могу. Спасибо. Девушка, а почему вы не пользуетесь подземным переходом? А он что, уже работает? Он уже давно работает. А мне не сказали. Люди, может быть, немножко не понимают, недопонимают, что это может быть опасно для жизни. Не только своей, но и аварии, может быть, какая-нибудь. Кстати, Федерация автомобилистов России выступила с предложением увеличить штраф за переход в неположенном месте до 3000 рублей. Пока же штраф за это нарушение составляет 500 рублей.